друзья, всем доброе утро. Сенсей Макс на прогулке. И сегодня небольшая пояснялочка к заданию в сегодняшней практике. Просветление на ходу или медитация по ходу. Ну, короче, то, что уже длится вторую неделю. Сегодня у нас 13-е задание. Завтра будет 14-е задание, которое будет такое вольное. Небольшой анонс сейчас сделаю. Завтра у нас будет 14-е задание вольное. Такой микс. Такой фридайвинг, где будем просто отпускать свое внимание, которое у нас уже 2 недели управляло с нами, и мы дадим ему такую свободу. Пусть это внимание скользит, летает, плавает, ныряет, где ему самому захочется. Вот, а мы будем просто как бы следовать за этим вниманием. То есть, что это означает? Наслаждайтесь. То есть, это будет завтрашний день, ребята. Завтра будет просто внимание, ну, кайфовать, вы будете наслаждаться ощущениями, которые мы работали на первой неделе, смотрением, которым мы занимаемся вот эту вторую неделю. И все это будет такой вот микс, вы будете как бы просто кайфовать от всего того, что вот это вот есть, и жизнь это дает. Это кайф, и это класс. Вот. А сегодня задание, позвольте вам немножечко подсветить, что имеется в виду. Есть такая песенка, вот там Руслан скинул ее, да? Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. И там дальше поется, что этот миг, который жизнь, за него и держись. Вот это как бы будет инструкция к сегодняшнему заданию, такая чутенькая иллюстрация, где мы возьмем эти слова за основу, за опору, за четкие такие рекомендации, что делать. Мы такие, идем по дорожке, прямо с утра, ушли в ощущения, прикрыли глаза, погрузились в ноги, погрузились в тело, погрузились в руки, вниманием, погрузились в шею, погрузились в голову. И потом всем вниманием, как облаком, обволокли все тело, такое вот единое, да, такое ощущение всего тела, все. Мы на базе, мы в ощущениях тела. Окей? И теперь вот это ощущение, вот это облако, оно идет, оно двигается, оно дышит, там сердечко бьется, ветерочек дует, все это осязается, чувствуется вес, перенос с ноги на ногу, размахиваете руками, ну вот это вот все в ощущениях. И потом подключается у нас зрение, смотрение, видение. И мы видим весь этот массив картинок, образов. И что мы делаем, да? То есть мы эти слова из песни «Есть только миг между прошлым и будущим». Мы их как бы примеряем и начинаем их исследовать. Так ли это? Не так ли это? Что мы видим? Мы вот сейчас находимся в настоящем. Такой секрет, да, небольшой? Мы всегда находимся только в настоящем. То есть в этом смысле мы этим словам можем поверить. Есть только миг, который называется «Жизнь». И он как бы между, и как бы вот прошлым, и как бы будущим. Что такое будущее? Вот здесь вот у нас в качестве этого упражнения может быть. Это мы можем взять образы, которые мы видим впереди по дороге. Пусть эта дорога будет как будто бы дорога жизни такая, да? Вот у нас дорога жизни, мы идем вперед, смотрим вперед, и видим, что там впереди, вот докуда мы еще не дошли, то есть мы там не находимся, ну там вот, не знаю, в 100 метрах, да? И там как будто бы будущее. То есть мы туда не пришли, нас там как будто бы нет. Ну, то есть в ощущениях нас там нет, да, физически. Но мы это как будто видим, обозреваем. Хорошо, если еще тумана нет. Как вот ежик в тумане может заблудиться. Окей, это будущее. И мы к нему как бы идем. Так? Но мы еще не там. И есть как бы прошлое, которое, вот смотрите, вот мы в настоящем сейчас идем. И у нас эти образы, эти картиночки, они уходят как бы сквозь нас, и за нас, и мимо нас. Такие раз. Мы их только что видели, они оп, промелькнули, и они как бы исчезли. Они исчезли, и их нет уже. Они ушли в прошлое. Каким образом? Они как бы в память отложились. Они как бы стали такими мыслями, воспоминаниями, да? То есть такой, ну, какой-то вот что-то вроде как было, да? Такой смутный образ, только уже в голове. То есть видимый образ стал воображаемым образом, мыслью. Понятно, да? Вот это называется прошлое. И вот мы этот переход наблюдаем. Вот мы идем в будущее, мы его там примерно представляем, мы двигаемся к нему.
вот мы в настоящем, и вот этот миг, который мы проживаем и рассматриваем все это, и он уходит в прошлое, понятно, да? Здесь можно сказать, да, действительно, вот это вот миг между прошлым, которое уже мы из которого как бы идем, кстати говоря, да, мы как будто бы идем же из прошлого, типа линейка такая, типа дорожка. Простой, понятный образ. Ну, скажем так, для начальных уровней. Пойдет. Берем этот образ и используем его. Мы идем как бы из прошлого в мыслях, которые, кстати, тоже вот это прошлое наше, оно во многом там настолько искажено наслоениями разными и фильтрами. Где-то мы что-то там можем преувеличить немножечко, тогда подтрофировать, ну, похвастаться, короче говоря, да? Что-то выпятить наружу. А что-то мы можем, наоборот, спрятать. Да причем так хорошо спрятать, что даже, ну, сами об этом забудем, что у нас такое было. Ну, типа, грешки там всякие разные наши. То, что мы считаем, типа, это плохое, это фу-фу-фу, нельзя. Я не должен быть таким. Вот, и то, что это было, это какой-то ужас. Есть же такое всегда. Скелеты в шкафу, так называемые. Вот это называется прошлое. Ну, есть оно фактически? Нет, конечно. Нет. Вот, где его? Давайте потрогаем, пощупаем. Нету? Нету. То же самое с будущим. Посмотрите. То есть, дойду я туда, не дойду ли я туда, тоже неизвестно. Я вроде как будто бы это вижу, какие-то контуры, да, как бы вот издалека так. Особенно если вы человек близорукий, так же, как и я, то вы как бы видите это немножко так расплывчато все, да? Ну, даже если вы далеко видите, все равно у вас есть какие-то пределы этого зрения, понимаете, да? Это можно сравнить эти картинки, которые вы видите вдалеке, с нашими предположениями, с нашими прогнозами. Ну, все же любят прогнозы. Там Ванга, там какой-нибудь профессор Соловей и прочие политологи, футурологи и так далее. Вот. Типа вот так будет. В этом году там что-то будет вот так вот. А еще звезды говорят и прочее, прочее такая, да, там. И сообщают духи разные. И вот это вот все у нас как бы будущее. Но если на самом деле, ребятушки, ну вот если честно, конечно же, хочется на что-то опираться, типа там быть уверенным в этой стабильности, в какой-то надежности, какой-то понятности, ясности, что дальше будет. Но этого нет, это просто невозможно. Предугадать, узнать и разузнать. Пути Господни неисповедимы. А признаться в этом страшно, ну потому что это безопорное состояние, понимаете? И вот это все пробуждение и просветление, оно подобно падению. Понимаете, это просто падение, потому что нет опор, вам не на что опираться, и вы падаете. И это нужно принять. То есть вот просто сделать такой шаг, прыжок в пропасть, и все, и падать. Пока летать не научитесь. Орлята учатся летать. Пока вы не обнаружите, что это не падение, это ничто. Это полет, можно сказать, да, или там нахождение в невесомости, потому что ни конца, ни края этому нет. В этой пропасти, вот этой вот как бы, да, безопорности. Потому что вы растворяетесь в этом, и вы и есть. Это вот вечность, безопорность, пропасть, пустота, которая вот себя немножечко подзабыла и чего-то там стала бояться, пугаться. Ну, потому что, наверное, вот так прикольно и интересно, да? Придумал себе какое-то будущее, настоящее, там, прошлое и так далее. То есть какие-то такие элементы, конструкты, в которых можно как будто по дорожке идти. Совершать прогулки, наверное, такие. А для этого, ну, требуется же время, правильно? Как без времени можно совершать прогулки? Цели ставить себе, какие-то там задачи, там, к чему-то стремиться. Прикиньте, как это все, ну, забавно и смешно. Но без этого вот, ну, как бы не было вот этого всей типа динамики, пестроты, пестрости сна, вот этих сюжетов всех, завихрений там. Вау, чтобы эти качельки были, скачки туда-сюда, то радостно, то горе, то депрессия, то еще чего-то. Так вот, а здесь вы вот идете, возвращаясь к упражнению, и наблюдаете этот миг. Вот он прямо здесь и сейчас. Это и есть жизнь, да. Но обратите внимание, когда в песне употребляются слова эти «будущее», прошлое, они как будто бы, ну, типа зафиксированы, да, такие стабильные какие-то такие вот штуки, но это не так, это просто слова, понимаете, и все это будущее и настоящее, оно сливается, то есть будущее и прошлое сливается в настоящем моменте,
понимаете, до неразличимости. Даже настоящему-то, по сути, ну, попробуйте его поймать, ухватить за хвост. Этот миг. Где этот миг? Это тоже название, это тоже слово. Это я как раз вам про пропасть сейчас говорил, про вот эту бездну, безопорную. Когда вот поется в песне там «миг», это как будто опора какая-то, да? Типа, ну хотя бы миг у меня есть, хотя бы настоящий, вот этот. Ну присмотритесь, где это? Ну, посреди вот этого всего бушующего океана, в этих волн, форм. Так? Видите? Что даже можно начать сомневаться в настоящем-то, а как бы есть ли вообще настоящее, что это за миг? Если он постоянно переходит, как бы перетекает. Вот он был, вот раз вот был в ощущениях, в образах, в мысль, оп, исчез. Оп, уже как будто в прошлом. И так, и опять, и снова, и снова. И каждый раз это вот все колебание, мерцание, вибрация. Понимаете, как это все происходит? Какое тут настоящее? Такое тут будущее. Оно как бы все в одном. Просто для того, чтобы опереться уму, он придумал вот эти вот, как минимум, три. Наверное, на больше не хватило. Ну, то есть, прошлое, понятно, то, что мы сейчас вот прошли, и не видим, и не слышим, и не наблюдаем, это прошлое. Ну, как будто вроде было. Мы можем его там чуть-чуть приукрасить, вот, или наоборот, убрать это. Типа не было никогда в истории такой, да, как историю переписывают, да, победители. Это вот оттуда. И, допустим, у нас есть будущее. Ну, это то, что мы предполагаем, скорее всего, по прогнозам, по сценариям. Вот, вот так вот мы хотели бы, хотелось бы нам, или мы так видим, что, скорее всего, туда она придет. Окей. Но этого как бы еще нет, поэтому что у нас есть? А вот где мы сейчас, кстати говоря? Ага, так мы же вот здесь, в настоящем моменте, как будто бы, да? Давайте назовем это сейчас. Давайте назовем это настоящий момент. Понимаете, как это все... Даже такие вот, казалось бы, глыбы, такие опоры, очевидные вещи, и то их нужно разобрать, рассмотреть вниманием и усомниться в этом всем. Друзья, мы говорим сейчас про духовную практику, если что. Если кто-то сюда зашел, на этот канал, и такой, типа, а где же позитивное мышление, типа там, хочется быть веселым, радостным, счастливым, бросить пить, бросить курить, ну вот это все. То оно, конечно, как бы может произойти. На самом деле есть такие бонусы, как бы такие, как следствия, как ситхи такие. Да? Появились новые ситхи, я бросил пить. Вот такая ситха, как вам? Но, по сути, здесь речь идет о том, что истина, она такая. Ну, как есть. Она может быть страшная, ужасная для ума. Вообще просто необъяснимая. За пределами логики, за пределами смыслов, за пределами слов, за пределами идей. Вот об этом мы, ребятушки, здесь и сейчас. Понятно? Поэтому берем скальпель нашего внимания, наточенного, отточенного на упражнении точка. И вот этим скальпелем вскрываем вот эти все наросты, вот эти все язвочки, вот эти все... наши заблуждения, иллюзии, а это все. Вот просто вот так, да, вы такие, блин, скептические, вы такой хирург такой, ученый, который во всем сомневается. Вот, и он это вот все взрезает, смотрит, а правда ли это, а откуда это? А это точно, это факт, и насколько нам известно, понимаете, очевидность этого, и все проверяется. Через инструменты, которые у вас есть. Это ваше внимание, которое вы погружаете в зрение, и такие зрением щуп-щуп-щуп нащупываете. А также в ощущения, вы такие щуп-щуп-щуп-щуп ощущаете. Вслух вы, это, кстати, будет у нас следующая неделя, мы погрузимся в слух. Послезавтра уже начнем все слушать и выслушивать. И внутреннюю тишину, и внешнюю тишину, и все в совокупности. Тоже будет интересно. Понятно, да? И в мысли смотрите такие, как они появляются, откуда они появляются, куда они исчезают, сколько они существуют, как эти мысли влияют на ваш эмоциональный фон, да? То есть, ну, проследите эту взаимосвязь, как это вообще все работает. Мысль такая, хоп, появилась, вы в нее поверили, там какой-то посыл, какой-то заряд,
оп, пошло. Это, значит, эмоция, чувство, тело, бум, какая-нибудь там возбуждение, вибрация, пошла энергия, нужно что-то делать. То есть эмоция это побуждение, да, к реакции, к действиям. И пошло какое-то действие. Ну, типа там гнев какой-нибудь, там несправедливость. И вот это чувство раздражения, гнева. И пошло крушить, ломать. Или уйти в себя, замкнуться. Тоска, скука. Вот это все. Все валится из рук. Я лузер. Я... Вот это вот все, понимаете? Потому что поверили в иллюзию, поверили в мысль. И, соответственно, потом все тело подхватило, подключилось, заболело. И страдает. Но таким образом, когда тело страдает и болеет, оно зовет вас. Сознание, очнись, говорит, очнись. Ты что гонишь, блин? Это вообще бред. Ты бредишь. Вот, и таким образом через болезнь заставляет внимание привлечь к себе, привлекает внимание. То есть любые проблемки, так называемые трудности, так называемые сложности всякие разные, кризисы, депрессии, страхи, тревоги, это все просто сигналы, которые привлекают внимание таким образом. Ну как еще достучаться? Каким образом? Скажите, пожалуйста, каким? Вот таким образом, когда вот рушится, и что-то бам, опора уходит из-под ног, и внимание сюда идет по любасу. И тогда начинает человек пробуждаться, отказываться от своих вот этих вот оков. Оковы. Это кандалы. Это вас привязали наручниками к батарее, блядь, и вы там выплачиваете чего-то, как должник кому-то, как-то. А вы такие... Оторвались, разорвались, и нету больше цепей. Ни батареи, ничего. Вы свободны. Вот в этом смысле я говорю о свободе, когда. То есть свобода от вот этих вот убеждений и иллюзий. Потому что только мысли, как только вы им поверили, иллюзии, убеждения, идеи, они ведут ко всему остальному. Ну, типа материализуются. И вы начинаете уже там и от эмоций зависеть, и от наркотиков, и от внешних каких-то там факторов, чтобы эту реальность не видеть, чтобы убежать куда-то там в воображаемый мир. Вот так это все работает. Я хочу хорошо, а не хочу плохо. Ну и все. Вот это попадосики, это и есть ловушка. И здесь мы, друзья, разбираемся вот именно с этим. Короче, если у вас получается задание, прекрасно, вы пишите впечатление, давайте делитесь наблюдениями, комментариями, как вам идется, как вам эта практика бесплатная. Черт подери. Вот, идем пешком по дорожке и так в течение дня наблюдаем, как это вот это приближается будущее через настоящее и уходит в прошлое. Все это сметается сквозь вот это внимание, сквозь это сознание. Окей? Если кому-то что-то непонятно, личное наставничество, найду еще местечко, найду еще, так сказать, время, уделю. Первая встреча бесплатная, ознакомительная. То есть, ну, у вас есть проблемы, конечно, есть. Если вы хотите, прям, ну, это реально. Жжется вам там, и вы уже не можете. И вам нужно какое-то пояснение, разъяснение. Мы бесплатно пообщаемся, окей? Ну, а потом, конечно, личное наставничество, оно будет стоить денежку. Это будет просто... Скажу, почему. Если вам интересно. Так, поэтому встречаемся с сенсеем в настоящем. Я вам покажу, какой вы настоящий, покажу, какой вы в будущем, покажу, какой вы в прошлом. И мы сравним, да, как это, что, где вы, кто вы, зачем вы. Вот об этом мы обсудим. Окей? Все, сенсей Макс. Усь.